поймут не все, но те, кто искал надежное, хорошее, держу. Я такие, не данные, а такую модель второй раз в руках. Падай, под шайбу ложись, принимай на себя броски, в силовую играй. Но в таком состоянии я не знаю, где его найти. За молодежку сборной Эстонии нам выдавали вот именно такие. Я в нем поиграл. Повторюсь, поймут не все. Это только ребята, те, кто катался и, скорее всего, 35+, да, ближе уже к 40. Спортсмены, всем добрый день. Начну с того, что призы у нас те ребята, которые выиграли, 4 человека еще не получили. Один только прислал видео. Владислав получил, но почему-то еще не прислал видео о полученном. И двое еще просто до них не дошли. Поэтому пока с розыгрышем я просто планировал в эту субботу, отменяется, возможно, в следующую. Так что ждем от вас видео с полученными призами, подарками. Поскольку у нас магазин, давайте немножко прорекламирую его, прорекламирую то, что у нас есть. Эти вещи поймут не все, но те, кто искал надежное, хорошее, это именно то, что надо. Начну я с ног, с коньков. Это у нас APX 2, в ходовом размере 9,5, как раз мой, полнота ЕЕ. Очень надежные коньки по сравнению со всеми новинками. Повторюсь, поймут не все. Это только ребята, те, кто катался и, скорее всего, 35+, да, ближе уже к 40. Состояние, да, соглашусь, немножко надо приложить руку у мастера. Задник здесь немножко надломан и вот пошел расслаиваться. Да. Это на самом деле все делается, не проблема. С лезвиями, ну, наверное, чуть больше, чем полсезона покатать можно, но лучше к замене. Вот. Но в остальном языки целые, носы целые. Сам корпус ботинка, да, поюзанный, но по удобству, по комфорту, поскольку это старый топ, за 10,5 тысяч рублей это огонь. Часто спрашивают, посоветую, а что взять? Денег немного, бюджет маленький, но что-то хочется и более-менее живое. Ребят, ну вот, правда. Как пускай это будет реклама, но действительно вещь хорошая. Был бы такой гель. Намазал и забил. Гели Тафгай сделаны своими для своих. Тут недавно принесли нам вот такой вот шлем. В шорте я выкладывал. Ребят, это 690-й. Это Йоффа. Он в идеальном состоянии. Размер L. Максимальный, да, 55-61 объем головы сантиметров. Но в таком состоянии я не знаю, где его найти. За молодежку сборной Эстонии нам выдавали вот именно такие. Я в нем поиграл, кайфовый, тогда его было получить прям пушка. Вот, и в таком состоянии я не ожидал вообще встретить сегодня данную модель. Даже здесь оператор Mada in Sweden. Швеция, это 100%. Сразу же перейду к цене. Цена 9000. Кто знает, тот поймет. Садится практически всем. Очень удобный. Вот. Так, ну и вот. Держу. Я такие, не данные, а такую модель второй раз в руках. Это Easton. Правильно, он Air. В идеальном состоянии, человек катал совсем мало, принесли нам на комиссию что шлем, что данные трусы по защите. Это пушка для защитника 1,87 м, наверное, и выше, это идеально. Падай, под шайбу ложись, принимай на себя броски, в силовую играй, ничего тебе не будет. Это просто по защите круто. Вчера зашел один из наших клиентов, и он уже, наверное, ходит месяца два, смотрит постоянно трусы бушные. Вот. Ну и я вчера говорю, давайте я вам подскажу, а то вы зашли, посмотрели, ушли, я даже не понимаю, что вы хотели. Он говорит, хочу максимум защиты и минимум веса.
На что ему сказал: не найдете. Он говорит: ну, в принципе, я так и думал. Если хорошая защита, те же самые ProStock, они далеко не легкие, они будут иметь вес. Но я не скажу, ну, здесь не рынок, весов у меня нету. Вот. Они, конечно, не легкие, там, по сравнению с моими спраймами, например. Вот. Но здесь броня, защита. Вот кто охотится, да, либо у кого, например, проблемы с той же поясницей, либо у кого большой вес, высокий рост. Ребята, это то, что надо, то, что доктор прописал. Такое найти сегодня где-то в таком состоянии, наверное, надо обратиться в какой-нибудь музей, как я думаю. Либо к нам, магазин «Хоккейка». Вот, естественно, в Питере. Цена у них 7800. Взрослые, XL, берите на заметку. В таком состоянии не найдете. Либо современные какие-нибудь маки за 20+. Вот, это по трусам. Ну, и надо сказать, если у вас есть сын, и он играет в хоккей, и у него рост примерно 1,50-1,55 м, то линейка Nexus, она вот в такой расцветке, это тоже редкая история. Nexus 9000, Nexus линейка снята, такие мы не найдем. Для юниора очень крутая вещь, у нас их брали новыми, покатали, по-моему, 1,5-2 сезона. Состояние, естественно, бахрома. То есть юниоры катают немножко по-другому, там 5 дней, 5 тренировок в неделю, плюс сборы, плюс какие-то турниры, еще что-то. Вот, состояние на самом деле только подшить, ничего критичного, защита вся на месте, по удобству они садятся хорошо. Вот, так что как для тебя, для взрослого, как для сына юниора, как и для начинающего маленького, мы всегда подберем, найдем форму, отправляем по всей России с деком. Если кому-то нужна консультация, что подобрать, мы это тоже делаем в переписке в WhatsApp, это тоже не проблема, либо по телефону. Ну, наверное, как-то так, сегодня так коротенечко, именно о тех позициях, которые часто ищут, часто спрашивают, и вот они есть, поэтому... Добро пожаловать, хоккейка.про, на сайте это тоже все есть, вот, либо в соцсети. Все, хорошего дня, сегодня суббота, на следующую субботу я надеюсь, что все ребята скинут видео и мы разыграем кое-что. Я, как всегда, что-то задумал, придумал, вот, но посмотрим. Играй в хоккей, хоккей для всех. Большой выбор новой ИБУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».